Активация системы. Где я? Ёлки! Что это за место? Чакер! Чакер, Чакер, ты как? Как же все болит! Активация системы. О, что с твоим голосовым аппаратом? Это какой-то ужас. Чакер, господи, у тебя аж красное стало, не желтое, болтело. Еще коричневое все какое-то дополнительные запчасти, капец. Вот обгорели. Подожди, где мы находимся? Я думал, мы умерли. Неужели мы выжили? А, как же все болит. А, ты посмотри. Так, ладно, я хочу посмотреть, что со мной стало вообще. О боже, у меня просто нет руки, и не было ноги, но я вернули. Подожди, кто мне вставил ногу обратно? Что за дичь? Еще какой-то грохот в связи с тобой. Да тихо ты, аккуратно, аккуратно. Так, ладно, пойдем исследовать территории, так сказать. Ко мне, подожди, я буду ползать. Ноги с того пожара и руки. Так. Ой. У тебя, кстати, глаз тут красный, он больше вообще не здесь. Так, давай пойдем. О, открылось. Вообще! Господи, видимо, много пыли. Или вот этой, не, знаешь, после огня мелких кусочков угля, наверное, знаешь, накопилось вот этой вот угольной пыли всякой, ладно? Там пиццеплекс разрушенный! Хопи. Все сгорело, к собаке просто. Так, хорошо, ну, у меня один вопрос. Я прям прекрасно помню, я уже чуть ли не умер. Что мы здесь делаем? Что это за... Что это вопрос, кто нас сюда... Слышишь, кто-то идет сюда. Так, дай, отойди назад, у тебя мало запчастей. Да если что, я полный, я защищу тебя. Эй, выходи, ты кто? Эй, ребятки, не бойтесь, это я, Хелпи, и я вас спас. Хелпи! Скажите мне спасибо, если бы не я, вы бы уже давно были на том свете. А, так это ты, спасибо. Да, и кстати, Чакер, прости, я еще не успел тебе запчасти восстановить. Вот я скрапу только успел. А, окей, ну ничего. Ладно, ребятки, вы что вообще встали? Вам еще нельзя двигаться. Мне нужно техосмотр провести, пару запчастей вам ставить. А вы тут, блин, носитесь вовсю. Если бы вы упали там и доломали запчасти, у вас сейчас все обгорело. Представьте, вы упадете, у вас все рассыпется нафиг. Так что все быстро за мной. Ладно, хорошо. Так. Стой, только подойди. Ай, господи, ну давай. Дай руку. Ага, все, пойдем. Аккуратненько. Значит, смотри, Скраб, ты можешь пока присесть, а ты, Чакер, давай дальше за мной ползи. Так, я тебе сейчас на свой, так сказать... Да куда ты сел-то? Господи, я Скрабу сказал сидеть здесь, а ты давай за мной. Давай, пополз. И вот сюда, короче, на стол ложись, сейчас я буду проводить тебе операцию. Так. Давай, аккуратненько, оп, аккуратненько, да, и переворачивайся теперь. Угу. Давай, поднимайся и переворачивайся. Ага, все, молодец. Фух, операция будет довольно долгой, хотя нет, не особо долгой. Фух, ну что ж, начинаем. Так, ну короче, какие мог же запчасти, такие я тебе и вставила. Теперь попробуй их встать аккуратненько. Давай. Так, а теперь... Ты лучше просто дай я тебя... Подожди, у тебя голосовой аппарат все еще глючит. Подожди-ка секунду. Оп, так, ага, ну-ка попробуй себе что-нибудь сказать. Раз, два, три, берем. О, все, идеально. Так, а теперь смотрите, ребятки. Все за мной, быстренько. Да, хорошо, идем. Колоте, смотрите, сейчас. Скраб, садись, пожалуйста, на этот стульчик. Ну хорошо, сейчас сяду. Так, сел, и что дальше? А сейчас я аккуратненько протру тебя от вот этой пыли, от огня появившейся. Так, аккуратненько вот здесь вот. Так, ага, теперь вот подними голову. Так, ну поднял, да? Ага. Как душа сразу же легче становится! Да конечно, тут у вас столько накопилось, тут где-то целые горы. А что тут порох-то делает? Порох? То есть я еще и взорваться здесь мог? Ну, возможно, частично. Так, ну, в принципе, все. Вставай. Так, теперь очередь Чакера. Так, протираем вот здесь. Ага. Ну что, легче становится дышать? Так, хорошо.
О, да, прямо хорошо. Ох, ужас, сколько у вас тут разных запчастей, сгоревших, ужас. Просто какой-то капец, как вообще выжили-то? Ну, конечно же, благодаря мне. Да, я сам в шоке, как я вас спас вообще. Так, ладно. Все, готово. Вставай. Ну, а теперь, ребятки, все за мной, у нас плановый техосмотр. Так, пойдемте. Давай. Как видите, я тут как бы самый умный технический аниматроник, ну, в том плане, то, что я тут, короче, шарю там за запчасти, за медицину и всякое такое. Ну что ж, пройдемте за мной. Это то самое место? Да-да, только я не знаю, про что вы. Легендарное место, где мы восстали. В смысле? Крапу. Да, мы здесь очнулись впервые. Так, едем вниз. Офигеть! Тут все начиналось. Так, все за мной, не беспокойтесь. Так вот. Бэйби, вот привет! Комната. Да, шутка, здесь уже никому давно нет. Смотри, Скраб, наш легендарный комнат! Мы здесь очнули! Я вспомнил Флима только что. Мой любимый уголок! Я так любил лежать тогда. О, Чакер. Я вспомнил Флима только что. А кто такой Флим? Я тоже. Да так, у нас дружочек один был. Ладно. Собственно, подождите-ка. Сейчас мне надо вспомнить. Так, да, все правильно. Значит, сюда вот, пожалуйста, присаживайся, Скрабчик. Так, сейчас. Ой, в смысле, Чакер, да, перепутал. Так, садись, давай. Ага. И теперь, значит, берем вот это и вот это. Аккуратненько. Так вот. Хорошо, теперь берем сканер и берем планшетик вот этот как раз и смотрим. Ага. В принципе, поломок прям таких нет, чтобы сложно было жить. Так что, можешь жить спокойно дальше. Как старые времена, только чуть-чуть будет сложнее. Так, а теперь в скраб садись. Так, ну хорошо, я присел. Так, берем вот это и сканируем. Так, ну заодно надо подкрутить кое-что. Так, смотрим. Угу. Так, хорошо. Так, ну все, в принципе, в порядке. Все, ты также можешь спокойно жить дальше. А, ну это вообще прекрасно тогда. Оба! Ладно, ребятки, короче, а теперь пройдемте за мной дальше. Ребятки, все за мной. И, значит, смотрите, куда я вас сейчас приведу. Ну что ж, ребятки, присаживайтесь. Да ладно, я шучу, я знаю. Я боюсь этого места, я не хочу. Я вообще сюда заходить не хочу. Чакер, ты как туда зайти смог, боже мой? Да ладно, Скраб, не бойся, заходи сюда. Да ну нафиг, я лучше в сторонке постою. Подождите. Хелпи, ты понимаешь, а ты, Бэйби-то блин, где? Так шутить лучше не шути. Нам, блин, понимаешь, нас тут чуть не убили, а ты, блин, шутишь. Да ладно, ребятки, не бойтесь. Лучше активируйте ночное видение. А, оно же у вас не работает, точняк. Я вам забыл сказать. Страшно. Я вас отсканировала, с ночное видение сдохло. Да не бойся ты так. Есть. Все, пацаны, пойдемте отсюда. Ладно, значит, смотрите, у меня сейчас никакого больше каких плановых техобслуживаний ничего такого нету. Так что вы, короче, отдыхайте, я, наверное, пойду, я не знаю. Ну, короче, чем-нибудь-то займусь, вы, собственно, занимайтесь тоже своими делами. Так, все, Чакер, я взял, про что я тебе говорил, зверь. Заработал. Все, так-то лучше будет, хотя бы видно. Ладно, пойдем, что ли, прогуляемся, поностальгируем. О, да, это место. Голден Фредди. О, реально. Мишка Уля стоит такой. Так, тут у нас камеры какие-то. А что, читочка какой-то? Смотри, вообще классненький, офигенненький. А ну-ка, дай-ка я тоже возьму. Опля. Так, ладно, найдем. Знаешь, я когда вырос, я хочу быть каким-то, не знаю, серебряной цыпой. О, не как Голден Фредди, только серебряный. А ты будешь серебряным медведем. Не, ну какой серебряным? Я хочу остаться фиолетовым, мне нравится. Так. Кстати, мы в этих комнатах почти не бывали ни разу. Что здесь такое? Какие-то... Какой милый... Камера. Сэр, его тоже как в качестве фонарика можно использовать. Окей, что тут еще есть? Так, хорошо. Окейшки. Ладно. Ну, я тут пока присяду, ты там постой, окей? Ладно. Эй, Бон-Бон, скажи привет нашим новым друзьям! Чё за голос? Так за... Алло, у меня топора нет! Ребята, вот вы, конечно. Я тут, короче, запись какого-то Фантайм Фредди нашел, вот я ее врубил. Хелпи, елки-палки, ты че так пугаешь? Ты совсем с ума сошел уже? Да ладно вам. Ладно, все, я пойду. Ты не представляешь, какая у нас тут травма, блин,
где-то что. Ну да, здесь травма детства по факту, в принципе. Смотри, Скраб, тут смотри, так похоже, мы тут помнишь, ужали Фоксян, блин, долбился в дверь на том выживании. Потом тут Чика стояла, помнишь, на том выживании. Ну так и не в этом офисе, вирус. Там другой был. Ладно, пойдем. Это ты про игру? Да, да, типа да, вирус нас запер. Да, 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 да. Ну мы уже знаем, кто такой вирус на самом деле. Так, ладно, пойдем что ли, не знаю, туда. Я вообще не знаю, чем нам можно заняться. Как бы мы уже тут что только переделали. Я вообще, типа... Тут Бэйби заряжалась раньше. Тут еще да какой? Тут вроде... Да ладно, тут в Фантайм Фредди обычно всегда находился. Это его комната. А. Подожди, я вообще задумался. Учитывая, какой Уильям козел, да? Вот каков шанс то, что он выжил после пожара? Вот скажи... Как ты думаешь? Да я не знаю, мне кажется, у него вообще там одни листья, блин, даже металла нету. Какие листья? Так, ну вообще, да, возможно, но я тоже думаю, что, скорее всего, навряд ли... Ну что за кусты у него? Так, ладно, ладно, пойдем. О, о, подсветочку, о, электрошокер. Ой. Даже до сих пор работает, офигеть! Прикольно. Так, так, ладно. Так. Камеры вот везде развешаны, но они вроде выключены. Вот это меня напрягает, конечно. Ну, ладно. Эй, смотри, плюшевый Фредди. Ладно, чем займемся дальше-то? Я не знаю, я хочу просто что-нибудь поделать. Так. Скучно это здесь, где конечно. Где они? Вы их видите? Опять. Ищите их внимательно. Чё за звуки? Это не Хелпи, слушай, опять? Ребята, это я, Хелпи. Кажется, судя по камерам, к нам пришли неожиданные гости. И Хелпи, давай не шути над нами больше, можете раскусить. Вы его, точнее, прекрасно знаете. У него еще и имя начинается на Уилли. Нет! Он выжил! Да-да, ребята. Так, короче, видите вентиляцию в комнате? Да, видим? Да. Аккуратненько ползите по ней. Так, хорошо. Давай, пойдем, пойдем. Давай, я первый. Я сейчас помогу вам отсюда выбраться. Ой, нет, кажется, Уильям все еще жив. Так, хорошо. Аккуратненько поползите в следующую вентиляцию. Хорошо. А теперь да, просто заходите в лифт. Все нормально. Так, хорошо. Пойдем, пойдем, скорее. Чакер. Все, наверх. Все, молодцы, ребята, вы сбежали оттуда. А теперь, короче, все быстренько поднимаемся наверх. За мной. Смотри, аж двери все закрыты. Это явно они шли, закрывались за собой. Так, да, ну поднимайтесь, короче, пока наверх. И на самом деле, я вам так скажу, это место уже не совсем безопасно. Я потихонечку начинаю собирать все вещи отсюда. И давайте так, вы, короче, выходите на улицу и идите, куда глаза глядят. Но самое главное, держите со мной связь дальше, хорошо? Да, хорошо. Так, Скраб, сюда. Если что, так, мы давай, всегда с вами сможем встретиться. Ты что делаешь? Аккуратненько хочу слезть. Так, мы можем просто по лестнице спуститься нормально. О, хорошо. Ладно, зацепился, я за тобой. А! Все, хорошо. Пойдем на улицу. Голден Бонни. Короче, как нам сказал... Это вообще-то Спринг Бонни. Забыл, мы же сканировали вроде. Или нет, я не помню. Так, ну, вроде что-то мне там написано. Ой. Про Спринг Бонни. Ой, дверь ой, ой, ой. Так, все, пойдем. Короче, он нам сказал, ну, Хелпи, что нам нужно идти туда, куда глаза глядят. Окей, видишь, там какой-то синий фонарь, побежали туда, я не знаю. Так, окей, Хелпи, прием. А, это фонтан, это водичка фонтана. Хелпи, прием. Да-да-да, что такое? Ты там как? Ты уже сбежал оттуда? Да-да, я сбежал, короче, значит так. Стой, Скраб, стой, стой, стой. Пока просто гуляйте где хотите, занимайтесь чем хотите, но самое главное, будьте осторожнее. Стой, Скраб, что? Подожди. Да что? Может, пойдем в дома, как в старые какие времена? Дома? Нет! Не дай бог, давай хотя бы в один. Увидят. Нет, все, нет-нет-нет, мы туда не пойдем. Если нас палят, нам же трындец будет. Вау, вот это прикольное местечко. Так, ладно, здесь, конечно, освещение. А что это, что это? Стой! Скотт Коутон, но... Я знаю, куда надо пойти! Раз уж мы побывали на разных легендарных местах, может, мы сходим туда, где был пожар? Не, я туда не пойду, ну нафиг. А я пойду. Так-так-так-так-так-так. Ладно, до свидания. Пойдем вместе. Скотт Коутон, он же чувак. А что ты сыкуешь-то? Что такого-то? Пойдем. Хочу просто сам-то подумал, чем нам еще заниматься? Так побежали быстренько. Капец, ну, только закрытые пиццерии, всякое такое. Ну тут в городе, это вот прямо город, где было дофига разных пиццерий. Фредди и не только, и все них, которые пытались сделать что-то похожее, они все в основном закрылись. Только я не понимаю одного, чего их не выкупают и не переделывают. Странно, да? Mm-hmm. Так, ладно.
Вот давай сейчас за окошко пролезем. Какое окошко? Ясно, ничего ему жизнь не учит. Так, окей. Я нашел! О, вижу. Я нашел ту пиццерию. Легендарная просто. Так, только там все сгоревшее, надо быть аккуратней. Фух, ладно, пойдем. Как ты думаешь, там кто-то будет? Ладно, сомневаюсь, конечно. Так. Эгегей, здесь есть кто-нибудь? Надо кричать сейчас. Да тишина, конечно, тут уже никто не выжил. А... Неужели кто-то пришел? Что за звуки? Фонарик. Здесь, внизу. Внизу, внизу. Я вспомнил одно я место. Тоже. Так, пойдем. Ну-ка, что там такое? Так, ладно, мы спустились. Чекер, где? Что это за звуки? Ты что-то видишь? Не знаю. О, блин, эти легендарные вентиляции, тут все сгоришь. Это кто? Подожди, помнишь, мы видели такого черного Фредди, вроде его Лефти звали, и он, короче, схватил вот этого аниматроника, марионетку вроде. Да, помню. Эй, ты жива? Вы пришли. Можете мне ответить на один вопрос? Да, хорошо, какой вопрос? Уильям мертв? Ай, к сожалению, нет. До сих пор. Значит, я не смогла сделать то, что так хотела сделать. Он все еще жив. Стой, а ты можешь на наш вопрос ответить один? Да. Скажи нам, пожалуйста, мы можем где-то найти Флима? Флима? А, насколько я знаю, возможно, он где-то здесь есть. Либо в этих вентиляциях, либо в этой пиццерии. Так. Хорошо. Мы можем тебе как-то помочь там? Пойдем с нами. Эй, ты чего? Ты видел, душа вылетела только что! Наверх! Умерла, походу. Все. Пока-пока, марионетка. Упокойся. Земля тебе пуховик. Пойдем отсюда. Так, окей. Мы можем найти Флима, у нас еще есть шансы. Так, хорошо, Флим. Неужели мы его все-таки найдем? Пойдем скорее. Так, Чаки, давай поднимайся. А вот теперь самый главный вопрос, где же мы можем найти Флима? Так, ладно. Флим, неужели? Подожди, надо было сперва, может, вентиляция? Ладно, потом, если что, туда придем. Надеюсь, он все еще жив. Так, Флим. Флим. Фу, хорошо, что мы успели спросить про Флима. Так, ладно, let's party. Господи, я сомневаюсь, что он тут есть. Флим, неужели? Просто как-то не хочется его терять, что ли, я не знаю. Флим, где же ты находишься? Так, где он? Ладно, пойдем его искать. Ты куда пойдешь? Я, пожалуй, пойду на задний двор, а ты посмотри пиццерию, хорошо? Слышишь? Да, слышу, окей. Окей. Разделяемся.